Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня продолжается наш тест в запределье нашего аккаунта с топовыми героями, с небольшой силой, и экскурсия продолжается. Посмотрим, что мы сможем сегодня сделать. Я не знаю уже, кого качать, какие делать прокачки, но у нас это, по сути, никак не спасает. Самое интересное, что мы максимум, что можем пройти... Первый этаж, начало второго этажа, дальше у нас просто тупо слива. При такой силе, причем, получается, я на основе своей намного больше прохожу и дальше, нежели здесь. Так. Ну, нужна лисичка нам однозначно, без лисы, конечно, печальненько все здесь. Но будем надеяться, что мы сможем затащить в ближайшем будущем. Блин, как они сливаются, я просто в шоке. Сейчас ремочку поставить на ворожея, чтобы сразу включался. Не знаю, посмотрим. Вот. Они говорят, привязка к силе, но я привязки к силе вообще никакой не вижу, так как герои топовых прокачек, и у нас мало силы, сливаются еще лучше, чем на моей основе. Разница в 4 раза, то и в 5. Так, ремка стоит, ворожай ремочный. Сделать очередной тестик. Поехали. Феникс просто отлетает. Он даже включиться не успевает. Это первый этаж, я в шоке, честно говоря. Будем стараться избегать. А, у нас уже слили ворожея. Чудеса просто, просто чудеса. Я не знаю, какие нужны здесь прокачки, но... Здесь явно 500 силы много, как по мне, надо 1200 и 30 прорывы. Возможно, возьмем еще эволюции, которые у нас герои второй эволюции, там или первой, их либо слить. Вариант просто получить очки и посливать всех ненужных героев. Потому что, ну, это реально не дело. Если что-то посмотрел, вспомнил, у меня на этом и лисицы попадаются уже на основном аккаунте, и все, что хочешь. Кстати, неплохо талантик работает на Фрейе. Барт, Мэри. Это первый этаж 500к. Ну вы что, угораете, что ли? Что за фигня вот реально? Вот как можно здесь хоть что-то сделать? 500к всего. Некоторые без доната имеют по 300, по 400к, но у них нету 30-х прорывов, у них нету таких прокачек. Как против этих героев воевать? Вот я не могу понять. Может, надо вообще просто гарнизон поставить? Просто тупо растрешануть, выставить гарнизон и попробовать пройти гарнизоном. Может, на гарнизон нам дадут совсем другую пачку. Но здесь явно что-то не так. И подвисает жестко. Mm-hmm.
Я просто, знаете, уже ничему не удивляюсь. Вот как, блин, топовая пачка вот так вот может сливаться? Просто чудеса. Я не знаю, какие там усиления на героях. Вот плохо, что они не показывают, какой там скилл стоит. И там статы хотя бы. Ну это нереально. Столько жизни по 30 миллионов. Я просто не знаю, как эту локацию можно нормально фармить стабильно. Понятно, что здесь должно быть сложно все. Но это первый этаж. И с максимальными 30-ми прорывами, с нормальными прокачками героев мы нифига сделать не можем. В общем, я так понял, для этой локации надо просто понижать планку по силе, там, не знаю, 200к делать, убирать половину героев. И тогда, возможно, посмотрите на Анубиса, только вот убили спустя минуту. А этих мы вообще убить не можем. Вот зеленый смотр их все хилит. Все будет, все нормально. Единственный, кто у нас остался, это Зефир. Просто чудеса от AGG. От Феникса толку вообще никакого нет. Я попробую собрать Мэри немножко по-другому. Надо левел прокачать. В общем, чудеса, ребят. Одним словом. Уже 30-е прорывы вкачал. Уже взял этих героев топовых. Не раздуваю силу и все равно пройти не могу. Но это бред. Я просто удивляюсь, каким образом я еще бегаю... Основой, наверное, из-за того, что там просто мега максимальные прокачки. А здесь вроде тоже нормальные герои, нормальные все, и нифига. Просто тупо нифига. Блин, 98-й левел надо, да запарили уже. Неубиваемую сборку. Смотра у нас, кстати, нету. Ну, в принципе, мы должны сейчас огника ушатать и без этого. Тут как-то вообще налегке прошли. Только что пачка стояла, убить их не могла. Все как-то очень странно. Будем пробовать с Мэри. Мэри просто ушатали стычки. Вот я не знаю, где берутся вот такие вот прокачки. Это просто бред. Как можно здесь вот что-то сделать без донату? Возможно, некоторые без донаты, у кого там силы очень мало, они еще бегают, проходят. Я тоже пробовал первый этаж там на Сардельке. Второй, в принципе, проходится более-менее. Но, блин, здесь донатные герои, топовые прокачки, силы немного, и мы нифига сделать не можем. Ну, чудеса. Вот, как по мне, реально это чудеса. Или просто чудеса, или просто бред от AGG. Будет эмулятор почистить.
Надо, наверное, все-таки пробовать еще землеройку качать. Без землеройки вообще не вариант. А, точнее, он у меня здесь прокачан, я имею в виду, что пробовать землеройку, ну, потому что других вариантов просто нет. Ну, землеройка улетел, вот просто нафиг улетел. Что тот улетает, либо тот улетает, либо тот улетает. Чудеса. Причем землеройка у нас не максимально топовой прокачки. Я не думаю, что тут прям столько отражалок. Но он отлетает просто нафиг, сразу же причем. От одного фобушки. Может, фобушка тут мега имбовый? Я не знаю. Так, что там у нас осталось? Одна Фрея. Но в итоге мы потеряли практически всех героев топовых. Понятно, здесь можно еще питомцев донастроить, сделать то, но это первый этаж. Мне кажется, я на силе 300, когда здесь было, дальше проходил, нежели вот этими вот героями с прокачками топовыми. Я не могу пройти первый этаж даже. То есть, ну реально, если я буду так плюс-минус проходить, ну если я захочу собрать там Мэри, допустим, без доната, то это надо... Как минимум год, наверное. Не, ну некоторые ребята, думаю, раньше соберут без доната. Но вот если вот таким вот макаром проходить два раза в неделю, это год как минимум. Либо ждать, что мега-мега-мега повезет. Вот неубиваемая Фрея. Без Мэри ты ее не убьешь. Без нового героя ты ее не убьешь. Что здесь делать? Так вот, просто локация вроде интересная, но ты понимаешь, что она просто непроходима. Ну вот, без Мэри я бы хрен что сделал. Супер просто. Поехали на второй этаж. Зефир, Мэри, Барт. Я на Барда даже боюсь нападать. Потому что у меня, знаете, такое бывает ощущение, что Барды здесь такие же с истинной верой. Так, сейчас нас минуснут опять. Или Мэри все-таки... Мэри красава. Посмотрите на вот это. Там просто бешеный какой-то был этот дуэлянт. Он просто мою Фрею ушатал. Размотал как только мог. Опять Барт. Это называется 500к. Даже нету. И опять у нас Барт. Куда я попал? Что я вот реально, что я здесь могу сделать? В общем, вот такие вот, ребятушки, дела. Так и живем. Качаем героев, вливаем в них ресурсы. В итоге получаем просто хрен это. Вот и все. Вот топовые герои, я не могу нормально фармить локацию. Просто тупо не могу из-за того, что мне надо к этим героям прокачать супер питомцев на максималку. Прокачать героев полностью на максималку. Нахрена тогда мне эта локация нужна? Вот реально, как и многим. Без донатом она тоже неподъемная. Ну, сделаем вот это точно так же, как и линия обороны. Типа, что-то крутое сделали, делали целый месяц, оно сейчас нафиг никому не надо, никто не фармит, потому что это задрачивает. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.